Приветствую вас! Сегодня в видео покажу завершающий этап в защите открытого балкона от атмосферных воздействий. Итак, начну с подготовки основания. Алмазной тарелкой уберу все неровности на ранее отлитом козырьке. Перед следующим этапом работ за кадром тщательно обеспылил поверхность. Далее необходимо нанести битумный праймер для лучшей адгезии. Затем приступил к установке капельника. Разрезал его по верхней части пополам. Этого достаточно, чтобы более-менее красиво выдержать радиус балконной плиты. Капельник крепил на дюпель гвозди, промазывая битумным герметиком все соединения и прилегания металла к бетону. Для достижения максимальной защиты от осадков решил наплавить рулонный кровельный материал с крошкой. После на подготовленную поверхность расстелил пластиковую сетку и приступил к укладке плитки. Клей Церезит 17, швы затер эпоксидной затиркой. Следующим этапом работ с балконом будет изготовление перил. Подписываемся на канал. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.